Друзья, привет! В последнее время вы много мне писали о том, что у меня очень хорошо выглядит кожа, о том, что она светится как будто изнутри. И вот эти вот все комментарии побудили меня снять для вас отдельное видео, в котором я хочу рассказать вам подробности о том, как выглядит моя кожа, ну, для того хотя бы, чтобы вы чрезмерно не идеализировали. Начну с того, что кожа моя, начиная с переходного возраста, лет где-то с 14-15, пришла в достаточно проблемное состояние, и на ней постоянно было большое количество высыпаний. У меня была чрезмерно жирная кожа, очень, можно сказать, сальная. Не спасали никакие средства особо от этой жирности, также и кожа головы, и волосы были очень жирные. И вот эти вот все прелести, в кавычках, проблемной кожи я испытала на себе в течение длительного периода времени. Это и закупоренные поры, и черные точки, и прыщики, и воспаления, высыпания, красные пятна. Все это оставляло за собой какие-то следы. И, в общем-то, кожа постоянно была, ну, в достаточно печальном состоянии. Остались у меня кое-какие фотографии с тех времен. Я специально делала фотографии в надежде, что вот я с помощью какого-нибудь крема исцелю эту кожу, либо с помощью косметолога. И затем посмотрю до и после и обрадуюсь. Но на самом деле нужно сказать, что никакое средство покупное, в том числе аптечное, либо косметологи, не помогли мне радикально исправить состояние моей кожи. И постоянно мне приходилось все это замазывать тональными кремами, запудривать. И от этих косметических средств состояние кожи, нужно сказать, только ухудшалось. В конечном итоге уже со старших классов школы я начала пытаться, да, как я вам уже говорила, переходить на более здоровое питание, исключать какие-то вредные продукты, прочитав книги Геннадия Петровича Малахова. Начала даже немножко голодать и какие-то чистки проводить. И вот я заметила, что именно такие мероприятия состояние моей кожи улучшают, а совсем не, допустим, кремы какие-то, хотя я перепробовала практически всю аптеку, все, что возможно у меня было, потому что, знаете, честно говоря, состояние моей кожи было для меня очень важным. И я, можно сказать, начала предпринимать все эти вот шаги к оздоровлению, да, к улучшению питания, наполовину лишь только из-за улучшения здоровья, да, ожидаемого улучшения. А на вторую половину из-за того, что мне хотелось как раз-таки исправить состояние своей кожи и, соответственно, внешнего вида. Потому что, ну, для девушки молодой это казалось чрезвычайно, можно сказать, архиважно. Перепробовала я, можно сказать, на тот момент все, что только можно было. И на тот момент, и позже, и каждое средство новое, которое появлялось, обязательно было куплено мною и испробовано на себе. Это были вот эти вот рекламные средства Proactive Solution, это были обычные аптечные средства, как, например, базирон, зенерит, скинорен и так далее. Вот полная линейка, диферин и так далее, все, что появлялось. Я покупала обязательно и пробовала на себе в надежде, что это наконец-то станет моим спасением и окончательно вылечит мою кожу. Но, естественно, никакого стойкого эффекта эти все средства не давали. Помогали они, но и наносили также отрицательные какие-то негативные последствия. И помогали чаще всего только пока я пользовалась ими, а после отмены, соответственно, сразу состояние кожи приходило, ну, в то же самое, что было и до. То же самое с косметологами. Когда я ходила к косметологу на чистку, она мне все это пыталась чистить, убирать, но затем, спустя какое-то время, продолжительно все возвращалось на круги своя. И любой косметолог вам скажет, что мероприятия нужно эти делать, по крайней мере, раз в месяц, либо даже несколько раз в месяц для достижения наилучшего результата. Я понимала, что, в общем-то, получается, что внешними, да, средствами и мероприятиями не устранить проблему радикально. И в то же время я поняла в какой-то момент, что изнутри действую на организм питанием, да, очищением, каким-то более здоровым образом жизни, допустим, можно добиться более стойких результатов очищения кожи. И, соответственно, вот именно голодание, вегетарианство, веганство, более здоровая диета, отказ от вредных каких-то откровенных продуктов, шоколада и так далее, вот как раз-таки привело к тому, что состояние кожи заметно улучшилось. Но, если честно, до 28 лет, вот до того возраста, как я перешла на сыроедение, у меня кожа оставалась все-таки проблемной. Уже проблема была в легкой степени, акне, допустим, то же самое. Но, по крайней мере, 2-3-4 каких-нибудь воспалительных элементов у меня на коже было всегда. И только после перехода на полное сыроедение, уже после 2011 года, дало мне возможность увидеть, что моя кожа может быть полностью чистой. Но, однако же, возникла у меня другая проблема, если честно. В 2011 году, когда я родила ребенка, у меня весной и летом возникла очень-очень сильная пигментация на лице. Я просто не знала, с чем это было связано. Пробежалась по всем косметологам, дерматологам, да, и специалистам этого профиля, которые мне сказали, что это очень часто бывает у женщин из-за гормональных изменений. 2-3 года, и все это пройдет, и возвратится к своей чистой, опять натуральной, хорошей коже, ровной. Но, однако же, этого не произошло. Ребенку уже 10 лет, и я вот не знаю точно, было ли это связано с рождением ребенка, либо нет. Но у меня пигментация как появилась в 2011 году, так она до сих пор со мной. И как только вот первое солнышко возникает, да, в окошечко светит в марте, и в течение всего лета у меня кожа бывает покрыта пигментными пятнами. И я с ними не могу окончательно справиться до сих пор. Знаю, что существует теория того, что пигментация на коже зависит от состояния внутренних органов, в частности, очень часто списывают ее на состояние печени. То есть нужно лечить печень, когда она придет в норму, пигментация пройдет. Возможно, это и правда. Но единственное, меня смущает здесь тот факт, что пигментация возникает только в теплое время года, то есть под воздействием солнечных лучей. То есть весна, лето и начало осени. Я то и полгода хожу с пигментацией, а вот с конца осени, зиму и начало весны я могу ходить вот с кожей чистой, как сейчас. И, друзья, чтобы вы понимали, чего ожидать, вот я могу показать вам, как выглядела моя кожа в какое-то лето после 2011 этого года. И вот такие вот пятна пигментные на ней можно увидеть каждое лето, независимо от того, насколько сильным SPF-фактором я пользуюсь. Предпринимала я, конечно же, много разных попыток исцеления своей кожи от этих пигментных пятен. Я, естественно, использовала и разные такие наружные средства. Это сыворотки, какие-то тоники, гели, маски и кремы. Это все, естественно, помогало, но носило временный эффект, а некоторые вещи вообще не помогали. То есть редко что помогает, нужно сказать. Также, опять же, я обращалась к косметологу, который сказал мне один раз, что если сделать несколько курс пилингов ретиноловых, ретиноевых, желтых, то есть с витамином А, то вот этот вот весь верхний слой кожи отшелушится, да, с вот этими вот нездоровыми клетками. И если потом ежедневно, без единого пропуска, пользоваться кремом с отличным SPF-фактором 50, то я могу забыть о пигментных пятнах. И я, в общем-то, знаете, сторонник такого невмешательства радикального в кожу. Я никогда не делала ни уколы, ни какие-то красоты, ни мезотерапию, ни какие-то более такие радикальные инвазивные процедуры. Но в данном случае, когда она мне пообещала с помощью этих пилингов избавление навсегда от пигментных пятен, я согласилась и вот проделала эти процедуры у нее в косметологическом кабинете. Кожа шелушилась страшно, но эффект в конечном итоге мне понравился. Кожа была до этого у меня сильно пигментирована, потом пигментные пятна совершенно полностью прошли после этого курса пилинга. И это все я делала зимой. Та же самая косметолог посоветовала мне самый лучший, по ее мнению, крем с SPF-защитой после этих пилингов. И я наносила его обязательно ежедневно, не пропустив ни одного дня. Очень ответственно я подошла к этому вопросу. Я купила крем Анна Лотен у этого же самого косметолога и пользовалась им, а затем еще сверху немножко наносила минеральной пудры, у которой тоже был SPF где-то примерно 20. То есть вот такая двойная защита, и вот этот вот скрин-экран должен был защитить меня от возникновения этих пигментных пятен. Но, однако же, к моему расстройству, с первыми лучами солнца, как обычно, уже в марте-апреле, у меня все мои пятна вернулись на свое, ну, можно сказать, законное место. И, знаете, я разочаровалась, можно сказать, после этого эксперимента во всех этих косметологических процедурах и, честно говоря, во всех этих кремах и наружных средствах, потому что я поняла, что вот снаружи, если воздействовать на кожу, да, на свою внешность, то, в общем-то, не добьешься никогда никакого стойкого эффекта и никакого такого радикального эффекта длительного, а только лишь ты подсаживаешься на то, чтобы делать эти процедуры постоянно, на то, чтобы пользоваться этим кремом постоянно, а он дает лишь только, ну, можно сказать, косметический эффект, то есть снаружи что-то маскирует, снаружи что-то убирает, а на самом деле вот изнутри организма что-то идет, и оно остается с тобой до тех пор, пока внутри что-то не изменится, да, пока не происходит какое-то другое, может быть, очищение внутри и так далее. И на сегодняшний день, что я могу сказать, прошло уже 10 лет, с 2011 года, да, сейчас 2021 год. И вот я смотрю, за эти 10 лет моя пигментация так и осталась со мной, как вот она началась, хотя до этого кожа у меня была всегда очень чистая, пигментными пятнами, каким-то неровным загаром я вообще не страдала. Это произошло в один год, прямо одномоментно, можно сказать, вот. В это лето 2011 года у меня они как появились, так вот они у меня и остались на эти 10 лет. Единственное, что могу сказать, что с каждым годом все-таки пигментные пятна становятся менее яркими, менее выраженными, то есть чуть более бледными, но все-таки остаются. Летом мне не удается сдерживать их появление, то есть никакие солнцезащитные кремы, сыворотки с SPF максимальными и с дополнительной защитой в виде той же самой пудры с SPF, даже минеральной, не помогают мне защититься, да, от возникновения этих пигментных пятен. Единственное, что я подобрала некоторые средства, которые вот после того, как солнышко заканчивает свою активность, по осени я могу этими средствами пользоваться и достаточно быстро добиться того, чтобы у меня эта пигментация прошла, сгладилась, исчезла, и я всю зиму до следующей весны, до следующего солнышка ходила с нормальной, чистой, здоровой, равномерно окрашенной однотонной кожей. А радикального решения своей проблемы я до сих пор так и не нашла. И, друзья, естественно, как обычно, хочу обратиться к вам всем, к моим зрителям и слушателям, и узнать у вас, быть может, вы сталкивались с такой проблемой, быть может, вы нашли ей решение, быть может, все-таки сделали какую-то процедуру, которая вас окончательно и бесповоротно освободила от такой проблемы, как пигментация на лице. Кстати, она у меня только на лице и больше нигде, то есть на спине, на других участках кожи никаких пятен у меня не возникает, даже если я где-то провожу время на пляже, если я загораю, у меня загар ложится ровно, то есть только лицо, вот, к сожалению, подвержено такому неравномерному расположению, ну, этого же самого загара, как я понимаю, то есть это, наверное, загар ложится таким образом. Поделитесь, пожалуйста, со мной вашими рецептами, обязательно жду информации по поводу сегодняшнего моего вопроса. Пока-пока! Еще забыла сказать, знаете, такой важный момент, что моя кожа до сих пор является своеобразной лакмусовой бумажкой, то есть индикатором того, как я себя вела и что я съела, потому что до сих пор, если я съем что-то не то из вареной еды, либо где-то на праздниках, то уже на следующее утро у меня что-нибудь может на коже вылезти, причем я знаю, после какого продукта что вылазит. Если в детстве у меня буквально каждую неделю либо две выходил герпес на губе, то есть это было мое такое, знаете, перманентное состояние ходить с герпесом, то сейчас, естественно, он уже достаточно продолжительное время меня не мучает, не беспокоит. Но я знаю, однако, если приезжает моя подруга и привозит мне там какую-нибудь корочку хлеба своего черного домашнего приготовления, а он у них так вкусно пахнет, и я вот эту вот корочку черного хлеба съем, то у меня на утро выходит герпес, ну, в 90, можно сказать, процентов случаев. Если я съедаю где-то что-то у родственников неподобающее, буквально в количестве 2 ложек, например, либо дома у кого-то что-нибудь попробую съем, то тоже велика вероятность, что я на утро проснусь с каким-нибудь, ну, воспаленным красным таким прыщиком на лице, а может быть, 2. Соответственно, это, конечно, меня расстраивает и иной раз сдерживает даже больше от злоупотребления какими-то видами пищи, чем состояние даже моего здоровья. Потому что, ну, как вы уже поняли, все на моем лице отражается и бывает написано. Поэтому я по большому счету и скрыть даже ничего не могу, что я вот того наелась или третьего, потому что по мне сразу все это видно. Если слушать разных натуропатов, они объясняют такое состояние по-разному. Если вот я правильно поняла, Юрий Андреевич Фролов, например, описывает это как синдром дырявого кишечника, то есть те вещества нежелательные, которые попадают на желудочно-кишечный тракт, они должны там каким-то образом, в общем, все-таки блокироваться, а у людей вот с такой особой пропускной способностью они попадают сразу в кровь, всасываются и вот так вот в организме начинают циркулировать и где-нибудь могут оказывать свое негативное влияние, ну вот в частности на коже, выходить в виде каких-то высыпаний, например, хотя должны бы вообще-то отфильтроваться, да, нашими фильтрующими органами, но однако же почему-то этого не происходит, либо в кишечнике они не должны всасываться, ну если я опять же правильно поняла, знаете. Не знаю точно, в чем у меня причина вот такого вот сразу моментального влияния на организм каких-то нежелательных вредных веществ, почему у другого человека годами он может кушать одно, другое, третье, и всякую разную еду, и по нему ничего не видно и не скажешь, да, до тех пор, пока у него уже какое-то серьезное заболевание не возникнет и не разовьется. А у меня, например, после приема какой-нибудь вареной еды, или же если я где-то что-то попробовала жареное, либо слишком, да, тоже неподходящее, то у меня уже на следующий день, а иной раз в этот же день уже к вечеру либо заболит живот, либо у меня на следующий день выйдет герпес, либо у меня высыпания какие-то на коже, на лице, либо у меня состояние похмелья. В общем, короче говоря, вот такие вот интересные симптомы и состояния, то есть шаг влево, шаг вправо, практически не остается у меня какого-то пространства для свободной воли, да, для каких-то манипуляций. В общем, можно сказать, что я весьма ограничена вот в условиях такой острой реакции организма на разные даже небольшие погрешности. Друзья, расскажите, как у вас с этим обстоят дела и насколько ваш организм четко, быстро выдает вам реакцию на какие-то ваши отступления от вашей, допустим, там какой-то оптимальной диеты, либо если вы употребляете откровенную вредность, допустим, испытываете ли вы потом быстро какие-то неприятные симптомы и последствия, которые в дальнейшем вас сдерживают. Либо вы можете безнаказанно практически, если можно так выразиться, следовать каким-то непотребствам, да, позволяя себе что-то лишнее и, в общем-то, оставаться при этом достаточно здоровым человеком. И красивым при этом, симпатичным, да, без каких-то изъянов во внешнем виде. Мне интересно узнать и этот ваш опыт. Одна ли я такая, либо нас много. Ну что ж, теперь точно прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.